Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое. Но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в 3 раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение. 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Стрим особо интересным для вас быть не обещает, потому что я собираюсь просто смотреть футбольчик. Собственно. Но надеемся, все будет хорошо. Жирков. Вот этот уверенный мужчина, этот волевой дедушка. Сейчас будет подавать Дзюба Игнашевич. Вот если кто-нибудь из них забьет сегодня, то я обещаю взять двойную фамилию, поменять фамилию и взять двойную фамилию Дзюба Игнашевич. Слава Дзюба Игнашевич. У египтян пирамиды имеются, поэтому сегодня нашим ребятам будет тяжело, конечно. Ох, отлично, смотрите, как разыграли. Ушел, надеюсь, не от наших. Дзюба, у меня был одноклассник Артем Дзюба. Сейчас подают, что он мяч руками-то схватил. А, ну дурак какой-то. Мяч в футболе руками трогать нельзя, а он, тем не менее, мяч схватил. Наверное, за это тренер его по головке не погладит. Ой-ой-ой, такого допускать, конечно же, нельзя было, нельзя. Ну хорошо, ребята отобрали. Нам бы какого-нибудь дрессированного страуса в команду. Не знаю, законно ли на футбольное поле страуса выводить. Но вот я был на страусиной ферме под Волоколамском. И там страусы весьма неплохо, как бы весьма неплохой футбол показывали. Если они выведены в России, да, под Волоколамском, то, наверное, гражданство у них, соответственно, русское, да, российское. И, наверное, было бы справедливо, если бы они вышли сегодня на поле. Нет, мячик уходит. Так вот, о страусах. Не знаю, у Станислава Черкесова, наверное, какие-то были в жизни непонятки со страусами. Возможно, какой-то страус его ограбил на автозаправке. Или просто ему эти птицы кажутся какими-то уродами, да, какими-то уродливыми. Ну, случается, что у людей вот такое не совсем справедливое отношение к страусам. И поэтому сегодня за нашу сборную ни одного страуса не вышло. Выше ворот. Спасибо, злому зло. Когда альбомчик ебанешь? Епишечка модная выйдет. Уже в этом месяце, я думаю. Альбомчика до осени придется подождать. Так. Угу. Так, футбольчик что-то не грузится. Ну что такое? Почему так отстойно смотреть футбольчик через интернет? Сборная Египта с мячом. Будто я египтянин, и со мной солнце и зной, и царапает небо когтями. Так. Так, Слава, что ты думаешь про разбор твоего альбома от канала Геннадий Валберг? Нет, я не видел такой разбор. Что рекомендуете? Может быть, и ознакомлюсь попозже. Так. Египетские мальчики идут вперед и теряют мячик. Нет, не потеряли, к сожалению. Десяточка на вес. И все, давайте, ребята, уводим мячик, уводим подальше от наших ворот. Не нужно нам таких пирогов. Таких пирогов с говном и голубями, можно сказать. Так, ну что, пасочек на Головина. И навес. Нет. Вывели египтяне. Так, снова наши ребята с мячиком. Сейчас, подождите, атака закончится, я посмотрю донатики. Ах, плохо. Ладно, так.
Давайте посмотрим донатики. Фартумасти АУЕ пишет Игорек. Фартумасти, Игорь, ебой. Так, Слава, привет, как дела, пишет Сасаки. Дела заебись, потому что наши ребята пока что не пропустили. И счет по-прежнему 0-0. Так. Смотрите, как вот лукаво подминул. Так много людей в ушанках. Удивительно. Да, стрим на высоте. Так, наши ребята с мячиком. Ну, хорошо, что у них мячик нормальный, кожаный. Потому что вот мы резиновым играли, когда во дворе. И он очень больно прижигает, если тебе... Особенно если играешь в жопу, то вот этот резиновый мячик, он может не слабые такие гематомы оставить. Так, ну что, донатик пришел, давайте посмотрим, пока мяч у египтян. Слава, привет, вышел клип «Поперечный», Дисна Хованского, глянь, обязательно посмотрю после футбольчика. Салах травмирован, да, к сожалению. Но если вы когда-нибудь играли в жопу резиновым мячом, то шлите симпу в чатик. Да, прически у египтян сегодня на высоте, хочется отметить. Хайры просто заебись, такие ебанутые птицы. Дзюба хорош сегодня. Делаю выводы относительно, ну, только основываясь на том, что его фамилию сегодня уже часто слышу от комментаторов. Видимо, у него высокий процент владения мячом. Казинский, да. Великолепно. Навесик. И... Нет, ребята, нет. Упустили мячик опять. Так, ладно, давайте посмотрим донатики, пока мяч у египтян. Когда батлы, Шнуров, шлюха? Очень скоро. Так. Спасибо, что попытался предложить меня Черкесову, мэн. Страус. Донатик от Страуса прилетел. Очень приятно. Что это гордый интерес этой гордой птицы мы сегодня защитили, и она не оставила нас тоже без внимания и подогрела донатиком. Да, страусы, вся надежда на страусов. А между прочим, страусиная школа в нашей стране всегда была сильная, да. Всегда славилась наша страна такими мощными страусами. Но Станислав Черкесов почему-то игнорирует этот момент. Может быть, мы хотя бы куницу увидим в следующем матче на поле. Потому что куница с ее когтями была бы незаменима, я думаю, в обороне. Да и с реакцией у нее все заебись. Но пока, к сожалению, только люди. Только вот эти вот калечные людишки на поле. Ебой. Привет, Слава, как твои дела? Передай привет паблику мемы про антихайп. Уважаем тебя, висим на шнурке антихайп. Друзья из паблика мемы про антихайп, передаю вам большой привет. На ваш паблик подписан, но иногда очень сложные приколы, и я иногда не выкупаю, к сожалению. А в комментариях активность низкая, и когда спрашиваешь, объясните прикол, мем поясните. Никто почему-то не поясняет. Блин, каждый раз, когда обновляешь, приходится смотреть рекламу. Ну что за дела? Что за дела? Россия одна. Просто презираю вас. Александр Сырок пишет, Ларин нищеброд и не может задонатить, чтобы предложить фит. Строчит чат, уже второе сообщение. А что он там строчит? Этот гений. Так. Фатимут, привет, планируешь выпустить еще что-то наподобие русского поля или хотя бы солнце мертвых? Не знаю, смотря что вы понимаете под выражением наподобие. Точно такого же не будет, потому что одно и то же мне делать неинтересно. Так, когда забатлишь меня, говорит ПМ. Никогда, потому что ты жирный бездарь. Так. Ну что дальше? Сначала хотя бы Лёша всячески победит. Так. Ну постоянно подвисает просто этот ебаный эфир на России-1. Отвратительно. Ну никакого удовольствия от футбола не получишь. Тоха пишет, респект за трек про Шнура. Продолжаю в том же духе, разноси мрази. Ебой, обязательно Тоха. Виктор СД походу увидел, что я...
будет постоянно. Хочется. Смотрю футбольчик онлайн и написал сообщение: ой, ты ж аутист, в Телеграм. Ну нет, Виктор, я не аутист, просто я болею за нашу великую сборную с 12 лет и не могу вот в этот трудный момент оставить ее без своей поддержки, без внимания. Ох, Салах. Я думал, он не играет, я думал, он травмирован. Не травмирован, да? Блин, ну я, значит, вам наврал. Ну-ка, навесик. Ну, надеюсь, Дзюба забьет. Ой-ой-ой. Дзюба пытался через себя красиво, щечкой, хлестко. Ну, Дзюба привык играть резиновым мячом. И вообще привык играть в жопу, поэтому у него пока не очень получается забить. Так, а что нам пишут в донатике? Слава, привет. Ты собираешься вообще возвращаться в IT? Надо пилить нейронки, хватит уже хайпить. Да, конечно, сейчас хайпулю проебу все окончательно. И через годик вернусь в свою коморку админить свой анус. Так. Дичайший эшелон, тащим-то удачи, всех благ, жду новых релизов, ебаш, рви душу, пишет Андеркет. Андеркет, респект. Еловый респект Андеркету. Комментаторы отжигают, конечно. Круче только в игре они перлы выдают. Вот я когда играю в FIFA с Мишей Джигли, вот мне всегда кажется, что комментаторы меня моднейшим образом подъебывают. Что, все, первый тайм кончился? Ну да, если честно, пока не очень интересный футбольчик был. Говорят, проткнутый поперечный выпустили диск какой-то. Так, что там пишет? Пришел донатик от ресторатора. Что думаешь про новый Фрешблад? Военный стиль, есть фавориты? Про новый Фрешблад скоро выскажусь объемно в присущей мне с форме. Официальный спонсор сборной России по футболу. Следите, блядь, за моим каналом и вся такая хуйня. Так, что там дальше? Хан Замай пишет: 0-0, как мы их выбыли? Мой дис на шнура лучше, ебал тебя в рот, антихайп. Да базара нет, конечно же, Андрей, твой дис лучше. Ну вот зачем ты мне прямо на стриме пишешь вот эти все гадости? Я не понимаю. Ты же можешь как бы в Телеграм просто отписать, вместо того, чтобы прямо на стриме в донатике тратить 150 рублей, чтобы гадости не наговорить. Так. Ну что, ждем второй тайм. Таджикистанский фермер пишет: футбол без капитализма, арестовать эксплуататоров FIFA. Правильно, блять, пока... Пока в FIFA хотя бы не появятся страусы, я отказываюсь играть в эту игру, покупать обновления, всякие эти золотые мячики и всю эту билиберду. Урк, побатился бы со шнуром, если бы он тебя вызвал. Блять. Не знаю, ебучий дед никогда меня не вызовет, потому что он знает, чем это для него кончится. Да и вообще никто уже со мной на батл не выйдет, мне кажется, потому что все давно поняли, да, как это для них закончится. Ну что там, футболчика пока нет? Не знаю. Послушаем музычку пока или что? А, вы же не слышите меня, да? Я ж микрофон не взял. Батл уже в конце июля вас ожидает. Лига Гнойного в Петербурге. 29 июля. Следите за всеми актуальными СМИ. И вы узнаете. Что-нибудь да узнаете. Так, ну что там, футбольчик не начался еще? Антон Прайм пишет: будет ли четвертый сезон слова? Имеется в виду слово СПБ, наверное. Ну, не похоже на то.
Вова СПБ финалом третьего сезона кончилось, так что... Второй тайм вот-вот начнется. И батл-рэп умер мира по футболу, в день, когда Оксимирон огреб. Мы победили в битве, но проиграли войну за батл-рэп, и никакого батл-рэпа не осталось. Особо в первом тайме никаких опасных моментов не было. Надеюсь, во втором тайме что-то поинтереснее пиздюлей им вставил Черкес. Ну, конечно, большая его ошибка была вот с этими страусами. Теперь не знаю, как он будет оправдываться, как он будет смотреть в глаза страусам. Слава, ремарка, читал, нравится. Ну, конечно, читал, но не сказать, что нравится. Так. Ну все, поехали, второй тайм начинается. Заебись. Пошел на весик. И свисток сразу, а что такое? Ну, он притворяется египтянин лучше. Оса его в губу ужалила. И он упал. Но я вот не думаю, что из-за вмешательства осы надо останавливать этот мяч. Вот видим, да? И вот в этот момент его, видимо, и ужалила эта оса. Или позже. Нет, это уже позже было, потому что, ну, на повторе... Да, вот не совсем понял даже комментатор, что случилось, потому что, да, на этом моменте, на повторе, собственно, момента с осой не было. Ебой, рикошетиком. Ну вот, уже получается, очень приятно вышел сегодня эфир. Главное, чтобы теперь не расслабились наши ребята. То есть все, буквально достаточно сегодня больше не пропускать, и мы выходим из группы. Так, выбил вратарь. Он как будто пробил, походу Газпром. Газпром и тут длинные лапы Газпрома дотянулись. И походу в Египте будет новая пирамида. Блин, как это он красиво выполнил, конечно. Ну что, ребята, все запишите. Здравствуйте, здорово, дай совет, как объяснить моему другу фанату Оксихуена, что ты выебал из своего времени на Версусе. Да что там объяснять, просто, блядь, включи ему батл, по-моему, там все очевидно. Так. Танечка пишет, на сырки, когда уже мерч солнце мертвых. Мерч, я не знаю, надо на витрину просто добавить. Может, завтра добавим. Жук, как тебе батлы мовца? Ну, есть какие-то приятные моменты у этого пацанчика. Но... Вписался в тусовочку РБЛ, так что все может для него плохо кончиться. Так, что, у меня в это время футбольчик повис, но самое главное, наши ребята забили. Санек пишет песню про шнура, заебись. Спасибо, Санек. Надеюсь, старый не повесился еще, а то в последнее время пророческие какие-то песни получаются. Интересно, за дис можно подвести человека под статью доведения до самоубийства? Не хотелось бы. Это скандальный рэпер издевается над страдающим Шнуровым, как вы понимаете. Гол был такой эффектный, что даже трансляция повисла. А можно попасть что? В антихайп, если ты и есть хайп? Мой канал так называется, Макс Хайп. Что, блять? В антихайп, да, конечно, можно попасть. Для этого надо делать донат по красоте. Ну и вот Артема Дзюбу, я думаю, мы примем в антихайп. Если он сегодня забьет мяч, мячик.
Хотя нет, Артема Дзюбу, наверное, не будем брать в этих хайп. Возьмем вот этого вот египтянина охуенного, который исполнил этот гол красавец для нашей сборной. Ох, как красиво прошел ублюдок. А, это Салах, конечно же. Мне, кстати, в перерыве там в Твиттер написали, да, что передача не очень. Не 11 лет, у них разница, я прошу прощения. На самом деле, конечно же, как ты относишься к Сеймуру? Побатился бы с ним, конечно, нет, это. Это же король Фиделио Панч Клаба. Просто вот как человек все просрал. Так, ну что? Проходик. Эх. Не прошел мячик. Так. Сеймур отвратительный батл МС. Просто отвратительно. У него голова не думает дальше первого, что приходит в голову. Так. Когда придумывается какой-нибудь панчлайн. Так. Ой-ой-ой. Может быть. Ой-ой-ой. Ой, второй, все. Че, вышли из группы. Извините, я имею право. Стучит по столешнице комментатор в порыве эмоций. Круто, круто, конечно. Как кегли покатились просто. Без ненужных ошибок. Ну все, ребята, игру сделали уже. Заебись. Че, наши ребята выходят из группы. А на кого они выходят, интересно? Че там, Дзюба забивает или нет, блин? Дзюба забил. Дзюба, забивай. 3-0. Ёб твою мать. Да. Что творится? Блять, сценарий Михалков писал, что ли, для этого матча? Просто, блять, охуительно. Ох. Ну вот это красиво. Ну что, ребята, я обещал, придется мне поменять фамилию на Дзюба Игнашевич. Приятно сегодня футбольчик посмотрели. Солидно, солидно. Что, друзья, я даже сказать мне даже нечего. Неожиданно, конечно. Матчик. Чтобы попраздновать, если все завершится так, как нам нужно. Вот я хотел билеты на этот матч купить, но что там? 25 минут. 25, я не знаю, зажидил. Я секунды отсчитывать уже. Душа вздрогнула. Симпа в чатик в честь счета 3-0. Жирков вот настолько удивительный футболист, ему он уже надоело ему играть щечкой, пяточкой, стопой, и он играет исключительно коленями. Они у него уже не гнутся 4 года. Поэтому вот немногие знают, у него такая ходит как бы кликуха среди футболистов, кузнечик, потому что у Жиркова не гнутся колени уже 4 года. Вот у него такая проблема. Но это не мешает ему играть коленями. Великолепный футболист. Юрий Дудь пишет, сколько зарабатываешь, Слава? Не знаю, 150 рублей вот только что заработал. На твоем вопросе замечательном. Ага. Ой-ой-ой. Не, пропускать не надо, пропускать не надо. Надо красиво двигаться. Ой, вот дождь идет у них в Питере, как хорошо. Я в Москве, и тут дождика нету. Очень душно. Хотелось бы этот дождик сюда. 3-0. Слава, а ты пошел бы на батл Оби-Вана и Микси в эту субботу?
А где этот батл будет происходить, хер знает. Не знаю. ББшка да угорит, на самом деле, хуй знает. Так они не на улице же, да где-то будут батлить. На шпагах или что-то. Хотя, блядь, что второй, что один, что второй. Такое себе. Хотя Микси вроде там под меня закашивал, так что, наверное, я бы за Микси поболел. Хотя, блядь, оба убогие максимальный персонаж. Так, что дальше? Эй. Ну, Фрешблад, я не смотрю, максимально убогое зрелище какое-то, блядь. На уровне, блядь, первого сезона слова Ростов, я хуй знает. Даже люди те же. Пенальти, что ли? Блядь, пенальти, охуенно подвисло. Но Акинфеев лучший вратарь мира. Вырос на страусиной ферме, так что ему, я думаю, не составит труда взять этот мяч. И... нет. Салах, конечно же. Ну, Салаха вообще воспитали дикие страусы, так что ничего удивительного, что он такой удар нанес. Так, 3-1. Не очень, конечно. Египет Уругвай с каким счетом сыграем? 1-0 Египет проиграл. Несколько расстраивает. Замена произошла. На поле появился Далер. С другой стороны, вряд ли они Саудовскую Аравию выиграют больше, чем 5-0. Так что нужно два мяча не пропустить только и все. Не, я-то, конечно, понимаю, что футбол скучная хуйня для педиков, но... блядь. Не знаю, я в детстве всегда матчи сборной смотрел. И как бы... хуй знает, такая привычка осталась. С возрастом тоже стараюсь смотреть на чемпионатах мира. Как-то наша страна сыграет, хуй знает. Это как, блять, на театральные постановки «Племянника» ходить, дед. Ты знаешь, что это будет бездарно, но все равно же твой родной. Ну что, осталось 15 минут, и нужно всего-то не пропустить два мяча за эти 15 минут. Бля, вот если бы Игнашевич забил, то точно бы пришлось менять фамилию на Дзюба Игнашевич. Самедов сейчас кричал, как Микси буквально. Хотя чё, блядь, действительно ж рукой сыграл так. Так, а чё, у египтян уже шансов выйти из группы нет, да, получается, если они Уругвая проиграли. Сейчас проиграют, у них будет... ой-ой-ой. Да, у них будет максимум 3 очка, да. Саудовская Аравия, Уругвай, конечно же, не выиграет. И мы, Уругвай, выходим, да, в любом варианте. Нормальная тема. Ой-ой-ой. Так, а что там? Ой, блин. А? Жарков? Че? Да. Эта камера-то не закрыла. В касание. Так. О, вот так закрыла, да. В смысле? За то, что я смотрю футбол? ВТСД меня уже оскорбил, ты туда же. Я просто хотел нашу сборную посмотреть. Сам ты не понимаешь. Я просто люблю Игнашевича. Артема Дзюбу. Бля, Артема Дзюбу поменяли. Ну вот. Надеюсь, они теперь страуса выпускают на поле. Серьезно, ты знаешь именно фамилии футболистов по номерам? Конечно. Но большую часть того, что хотелось бы, чтобы знал человек в 28 лет, ты не знаешь? Например. Слава знает фамилии футболистов по номерам. Он не знает, где его одежда лежит. Нет, она все лежит на одной полке. Вообще, матч завис. Да.
Ты один из лучших футбольных комментаторов. Mm-hmm.